Участников международного турнира по смешанным боевым искусствам среди профессионалов на призы Героя Российской Федерации полковника полиции Александра Головашкина принял Дворец спорта «Восток». От имени главы Красноводного Орехова Зуева Геннадия Олеговича Панина мы желаем вам хорошего вечера. Участникам желаем показать свой профессионализм и, конечно же, победить. А всем нам, дорогие мои зрители, мы желаем хорошего шоу. Турнир приурочен ко дню сотрудников органов внутренних дел. Кульминацией соревнований стал бой за звание чемпиона в весовой категории до 70 кг. Пожав друг другу руки, бойцы приняли участие в крепкой схватке, стремясь победить любой ценой. Соперник отправился в нокаут. Казалось бы, ситуация безнадежна. Но в последний момент он вырывается из блока, поднимается на ноги и продолжает бой. Восторженные зрители громко аплодировали победителям. За почетное место сражались представитель Орехово-Зуева Александр Кутафин и боец из Зеленограда Николай Денисов. Удача оказалась на стороне зеленоградского спортсмена, который увез с собой главный трофей – пояс победителя. Как отметил один из гостей турнира, России нужны герои. На ринге нет врагов, а есть только соперники. Турнир состоялся благодаря поддержке Федерации смешанных боевых единоборств Московской области, общественной организации «Офицеры России», действующими сотрудниками и ветеранами спецподразделений Московской области.